В прошлом сезоне трое домоседов боролись за жизнь в лесах в Псковской области. Сказать, что им было трудно, это ничего не сказать. По поводу шоу, что хотелось бы сказать. На самом деле, они выглядят счастливыми только 5 минут. Все. Потом там один чувак, короче, изнывает от жажды, второй сломал себе ногу. Кто-то же там кушает червей. Ну. Я бы очень хотел попробовать свои силы в таком шоу. Ну, посмотреть на себя со стороны, как это вообще выглядит. Смог бы я вот этот пройти этот километраж и так далее. Очень классно, мне понравилось. На самом деле это очень тяжело. 50 километров по лесу. Я понимаю то, что это реально, но это очень сложно. Я обожаю телеканал ЧЕС, смотрю его каждый вечер. С удовольствием смотрел предыдущий сезон этой программы, потому что она показывает, каких невообразимых высот может достичь человек путем, так сказать, духовного и физического совершенствования. С нетерпением жду следующий сезон. Буду его смотреть обязательно и всем рекомендую. В крымском сезоне парни пройдут сквозь испытания горами, степями и холодным Черным морем под руководством опытного инструктора Алексея Седова. Они будут добывать себе воду, умирая от жажды, охотиться на диких зверей голыми руками, разводить костер без спичек, оборудовать места для ночлега в сырых пещерах, проходить через ледяные бурные реки. Изюминкой проекта является то, что эти люди совершенно не подготовлены к жизни в лесу. Они обычные парни, привыкшие к ритму дом-работа-дом. Телеканал ЧЕ покажет полуостров Крым с другой стороны. Здесь не будет теплых уютных пляжей и людей, раздающих хачапури. Здесь будет только пронзительный ветер и желание выжить. Смотрите «Крымский сезон» самого захватывающего шоу о простых мужчинах, которые не побоялись доказать себе, что они могут справиться с любыми трудностями. «Выжить в лесу. Крымский сезон» с 13 февраля каждую субботу в 17:00 на ЧЕ.